Что ж, давайте сразу продолжим, на чем остановились. О, destroy it! Кто? Кто? Отстань от нас! Дым. А у нас есть? Дым, дым, дым. Дым, дым, дым. Оно нет. Да дым, 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 е-е-е-е-е-е-е-е-е, где е? Серьезно, где е? Он же не следит за нами. Ладно. У нас есть время хотя бы. Я вот эту штуку учу, все нормально будет. Ладно, давайте разбрасывать эти. Ага. Ой, куда ты раскидал? Д? Д. Я не виновата. Туда, а тут что? Пробей. Ящичек? Тут нету ящичка? Пойдемте, куда нам говорят. Так, псы летающие. Ага. Можно тихо, класс. А этого? А до этого мы не допрыгнем, да? Угу. Так, нет, а дым. Так он не кидает. Так, это прям к нам летит, да? Вы сначала спуститесь и сражайте. И ты спускайся. Ой, это кошечка? Ты так что лезешь тогда? Он нас не увидел. Ой, да не это. А ты? Он не хочет с нами сражаться? Да не три, а два. Вот. Улетает и вмешиваться не хочет. А вот эти ящички для сложной уровней сложности. Кого они? Так, и кто здесь будет?
HQ, requesting heightened security status for this area. Roger that. Sending backup. Combination complete. Combination attack. Допустим. Где этот летун? Летун где? Это был летун. Он просил улетел. Ты не отвернулся? Они и так очень малые. Зачем он со столькими сражается? Зачем? Разве он не должен был просто следить, не знаю. Зачем он столько боя с ним? Так, ничего нет. Алло. Впереди тебя ждет электромагнитная баррикада. Она использует ими волну для отключения любого БПУ или кибера, который приблизится. Если ты не контрактник с особыми правами доступа, конечно. Now what? И что теперь? Убьешь контрактника и заберешь коды, быть может. Маленькая милая зверушка, ведь нет таких кодов. А, то есть надо все равно забрать. Ай-яй-яй.
А чё у вас тут так много? Мы даже жизни отобрали. Но тут на есть. Where they found you, best of luck. Вот эти ящики. Их как-то по-особенному надо убивать. Серьезно? Я все это время лох. Я все это время лох. Понятно. Спасибо. Почему я раньше не догадалась? So? Ну и что? Что теперь? Ты надеешься, что сможешь добраться до побережья, к свободе? Давай я сэкономлю тебе время. Ты не сможешь этого сделать. Лучше дай сейчас, пока у тебя есть такая возможность. Нет, ну тайна. Давай этого убьем. Тайна. Убить, да? Или можно? Сложнее мне убить. Так, где ж ты, будет или нет? Ящичков я упустила, вот этих вот синих, просто потому что лох.
будет собака. Собака вызовет, как всегда, сложности. Две собаки. А чё не 10? У меня как раз там легко всё с ним получается. Угу. А тайная, могу я убить? Е-е-е-е-е-е-е. Поели. Отлично. Это можно тайно. А на ту я могу спрыгнуть? Отлично. Почему А, а не С? Будем с Райденом биться. Вот я не понимаю, почему собак дают кучу макак на каждом ходу? Они же были очень сложные, даже самым удобно управляемым Райденом. И вот эти тоже очень так вот непросто убивать. Я у них Е не видела. Исключительно это ножи. А ножи кончились. Меня сейчас убил. Вниз. Да, мне жизнь. Спасибо. Еще кого-то убить надо. А, мелкие, а что вы тут делаете? Чего? Что? Меня чуть этот мелкий не пробил. Представляю людей на последней сложности, они прям
Прям. Все использует, весь инвентарь. Сражаются с этим большим. Ой, это не помню такого. А кто торчит? Если ты не знаешь, что такое свобода, то я могу быть уверен в том, что ты поймешь наши цели. А, с этим мы не сражались. Это он. Ну, это просто робот. Но это не важно. Поймешь или нет. Ты все равно умрешь. Why we fight!
за мной прыгать. Надо было делать, алло. А, выполни, что ли? После всего избит чертова собачонка. Ну, ох, получается. Говорят, у каждого есть шанс. Ты мелкий. Наконец, я почти свободен. Ты кусок дерьма, что насчет свободы для всей этой страны? Свободу нельзя навязывать другим. Ты должен сам ее заслужить. Паршивый, чертов, сукин. Как ты и сказал, почти. С ней драться? Не хочу. Пока.
король возьмет. Что ты сделал? Так что, я активировала твой ограничитель дистанции, конечно же. Ты обманула меня. Воистину великий интеллект. Значит, я больше не свободен. Дай лапу. Дай лапу. Наконец этот не стоит у меня на пути. А что они придумают для отчета? Мистраль. Этот бой не имеет ничего общего со свободой. Тогда зачем? Ты во всем ищешь логику и причину. Ты никогда не сможешь понять. Он стал таким. Вау. Тебе столько пришлось пережить, Блейдвульф. Блейдвульф? Да, теперь это твое имя. Надеюсь, оно тебе нравится. Так значит, сразу после этого Райден спас тебя? Да, он освободил меня. Он вынужден был убивать, как я. Он видел темную сторону человеческой души. Но все равно он продолжает бороться за то, во что верит. Да. И поэтому я верю в него. Счастливость, когда они про него говорят. Он будет идти по этому пути и никогда не свернет. О, все? Всего на две серии вышло? Эх, ранг сражений. Ого, сколько сражений пропустилось. 6. Угу. А что-нибудь будет? Титры, да? А после титров нам начало покажут? Так, стоп. Тут скрути. Будет музыка или только мелодия? Ну тут я должна была включить на всю. Хотя бы, чтобы не просто так сходила с ума. Is
У этой песни очень сильная тревога в мелодии. Да, и в голосе тоже. Так, там песня закончилась, можно вернуть на нормальную громкость. Вот. Тут в ВБС не факт, что нормально будет, но ладно. Ждем, что здесь покажут. И покажут ли вообще. Это очень короткое дополнение, я ж в основном на том месте торчала. А, нет? Тут даже не будет никакой заставки. Ясно, понятно. Что, не могли придумать? Угу. ДД. ДД. Понятно. Основная С, остальные на Д. Ну, что поделать. Эх, а я-то думала, нам еще что-нибудь покажут. Ладно, на этом игра пройдена. Нет же смысла проходить на легкой и на сложной сложности и брать все на свете собирать, как те ящики, которые я как лох пропустила. Все.